Президент Трамп в воскресенье поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley-Davidson. Ранее компания объявила о планах перенести производство предназначенных для стран Евросоюза мотоциклов из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, инициированных Трампом на импортную сталь и алюминий. В Вашингтоне и Вирджинии на фоне усиленных мер безопасности в воскресенье проходят акции по случаю первой годовщины демонстрации белых националистов в Шарлоттсвилле, которая закончилась смертью участницы контрдемонстрации. «Я осуждаю все проявления расизма и насилия. Мир всем американцам», – накануне написал в Твиттере президент Трамп. Руди Джулиани, один из адвокатов президента Трампа, заявил в воскресенье, что юристы президента не позволяют спецпрокурору Роберту Мюллеру допрашивать Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. В момент увольнения в мае 2017 года Коми возглавлял расследование российского вмешательства в президентские выборы США, которое вело ФБР.